Мне было 7 или 8 лет. Я помню, что жил с родителями в маленьком селении на берегу Балтийского моря. Там я встретил человека, и если не бы эта встреча, я стал бы таким же рыбаком, как и мой дед и отец. Местный пастор убедил родителей отправить меня в гимназию в город. И только там, в Риге, я узнал, кто был этот человек, перевернувший мою жизнь. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.